сейчас главный товар дня. Вы знаете, что 2 часа ходьбы в неделю прибавляет 7 лет жизни. Об этом говорит главный кардиолог России. И сегодня мы делаем полезных 10 тысяч шагов, чтобы сберечь наше сердце, чтобы укрепить наши суставы и помочь себе укрепить иммунитет. Беговая дорожка, надежная, легкая, механическая, которая поможет вам в любой ситуации оставаться здоровым. Представляет ее сегодня наш эксперт телеканала Шоп-н-Шоу Александра Клеонова с медицинским высшим образованием, врач-провизор. Александра, физкульт-привет. Физкульт-привет, Леночка. Вот как раз 2 часа ходьбы в неделю продлевают нам жизнь на 10 лет. Вот сейчас мы 2-й час ходим. И вам тоже, друзья, желаю оставаться активными, тем более с беговой дорожкой от израильского бренда Bradex это очень просто сделать. Bradex – это израильская компания из страны с самой развитой медициной в мире, куда прилетают худеть и оздоравливаться обеспеченные люди со всего мира. А теперь израильские технологии приходят к вам. Беговая дорожка от бренда Bradex – это способ за 10 минут в день похудеть, укрепить свое сердце, проработать свои суставы, улучшить состояние своих вен, вывести отеки из организма и просто хорошо себя чувствовать. Потому что 10 минут здесь – это 10 тысяч шагов. Это комплексная тренировка для всего тела. Легкое, интуитивно понятное управление. Всего лишь одна кнопка. Нажали – и все. Вы включили дорожку, потом спокойно по ней ходите. Она подстраивается под вашу скорость сама. Она маленькая, легкая. Вы ее сами соберете и разложите. Дорожка механическая, то есть вы идете быстрее, она ускоряется. Вы замедляетесь, она тоже замедляется. Благодаря углу относительно пола идет амортизация, то есть ваши колени не будут изнашиваться, ваши колени не будут болеть, даже если у вас есть уже артрит или артроз. Ну, еще эта дорожка компактная, она поместится даже в самой небольшой квартире, а еще ее можно взять с собой на дачу, правда? Да, это можно брать ее везде с собой, главное успевать дозвониться, потому что только сегодня у нас самая лучшая цена и подарок при заказе. Более того, у нас дополнительное снижение цены, дополнительная скидка, и сейчас наша дорожка не 13 тысяч, а 11 999 рублей, и в подарок вы получаете вот такую брендовую бутылку сока с соковыжималкой, абсолютно бесплатную, также можете брать с собой из матового стекла. Смотрите, обратите внимание прямо сейчас, что наших беговых дорожек от израильского бренда Bradex было распродано более 3500 за всю историю сотрудничества с израильским брендом. Если мы зайдем на официальный сайт, мы увидим, что там цена будет 18 999 рублей за это предложение. Успейте дозвониться прямо сейчас. Из Воронежа у нас пришел отзыв прямо сейчас от Ольги Арзамасовой. Большое спасибо бренду Bradex и Шоп-н-Шоу за эту дорожку. Лично мне не нужны десятки разнообразных режимов для дома в самый раз. Компактная, в сложенном виде, не тяжелая, мобильная, есть колесики. В целом аппарат прекрасный за такую цену. Занимаюсь утром и вечером. Занимайтесь. Главный кардиолог России говорит, ходите тогда, когда у вас есть возможность. Успевайте прямо сейчас это сделать, заказать для себя. Вот знаешь, я только что в перерыве разговаривала с Ариной. Она приехала с дачи. Она 10 дней провела на дачном участке. И она говорит, Лен, представляешь, 100 шагов в день. Только 100. Я ходила кухня, баня, грядка. Все, 100 шагов в день всего лишь. Отеки сразу моментальные, сразу дышать невозможно. Усталость какая-то, что отдыхала, что не отдыхала. Ну, на даче жарко просто, и не всегда возможно там ходить активно, тем более, что у многих людей именно в жару отекают ноги. Почему так происходит? Потому что мы с вами в жару, естественно, больше пьем, соль едим, как обычно, и жидкость задерживается в нашем организме. Посмотрите, как страшно выглядят ноги, просто раздувшиеся от отеков. Невозможно надеть обувь. Даже один ремешок от босоножек или вьетнамок врезается и оставляет кровавые незаживающие раны. Но от отеков можно избавиться. И если мы с вами будем двигаться, то отеки не возникнут. А согласитесь, что всегда легче предотвратить что-либо, чем уже бороться потом с последствиями. Также ходьба на беговой дорожке – это профилактика варикоза, потому что кровь хорошо циркулирует, она не застаивается, сосуды не расширяются, не выбухают и не загустевает в них кровь, потому что вы ее разгоняете. Причем независимо от того, есть у вас лишний вес или нет, варикоз грозит всем, потому что мы все мало двигаемся. У всех у нас кровь часто циркулирует не очень хорошо. Ну смотри, беговая дорожка от израильского бренда Eclipse – это ЛФК у вас дома. Она создана специально для домашнего применения, чтобы любому человеку можно было просто ее достать, разобрать и сделать положенных 10 тысяч шагов в день. Если вы не двигаетесь, вы не можете быть здоровым. Главные врачи нашей страны говорят, двигайтесь, когда есть возможность. Как только есть возможность, сразу начинайте ходить, потому что умеренные нагрузки, которые повышают аэробную способность организма, они повышают и улучшают иммунитет, они улучшают кровоснабжение, они продляют нашу жизнь. 2 часа ходьбы в неделю
продляют жизнь на 7 лет, вы только представьте, а лишние килограммы забирают у нас эти годы, поэтому звоните прямо сейчас, дозванивайтесь, оформляйте заказы, получайте подарки, оплачивайте свой заказ картой, либо при оформлении заказа выбирайте удобный способ оплаты для вас. Вы знаешь, правда, опять вспоминаю сейчас главного кардиолога, да, нашей страны, и он сказал, что даже люди, которые переболели ковидом, даже в незначительной форме через 3 года могут получить осложнения для работы сердца. А компания Pfizer говорит, что началась новая волна пандемии, вот так вот сегодня утром. Так что иммунитет надо поддерживать в хорошем состоянии. А когда мы вот так вот ходим, как это делает Ирина, наше тело очищается от токсинов, и за счет этого иммунитет укрепляется. Давай посмотрим, как она устроена. Во-первых, обратите внимание, дорожка расположена относительно пола под небольшим углом. Это тоже технология от израильского бренда Bradex, потому что, когда мы идем по такой наклонной поверхности, мы не делаем ногами резких движений, мы делаем плавные движения, и наши колени как бы не стираются, как бывает при обычном беге трусцой. Далее, дорожка идеально прилегает к любому покрытию, то есть здесь у нас линолеум, но даже если у вас ламинат или может быть обшивка какая-то или паркет, дорожка скользить не будет, то есть не будут травмироваться ваши суставы. Идем дальше. Благодаря тому, что здесь есть винты, мы можем отрегулировать высоту ручек под высокий рост, под средний и под миниатюрный. Мы винты крутим в одну сторону, ручки либо поднимаем кверху, либо опускаем, и винтами снова их фиксируем. И дальше, прорезиненные ручки, гигиенические, причем это дышащая такая резина, то есть ладони не потеют, когда вы держитесь. Особенно важно, кстати, для людей с экземой, у которых летом часто бывает потливость на ладонях, а с такими ручками дышащими потливости не будет. Ну и дисплей, всего лишь одна единственная кнопка. Одним нажатием вы запускаете свою беговую дорожку и побежали, электричество не расходуется, а еще это умная технология. Если вы ускоряетесь, дорожка тоже ускоряется, а если вы замедляетесь, полотно крутится меньше. Весит такая дорожка 11,5 килограммов и до 120 килограммов выдерживает. Таким образом, даже при заметном лишнем весе вы можете заниматься и наблюдать за тем, как вы будете худеть. Да. Начните свои занятия прямо сейчас, ходите, двигайтесь, чтобы продлить свою жизнь. У нас сегодня лучшая цена, подарок при заказе, звонки бесплатные с любой точки России. Сделайте свой первый заказ.